Что ж, ребята, закончился наш конкурс на перчатки Xiaomi. Вот этот конкурс, перчатки Xiaomi для сенсорного экрана. Обзор я уже делал этих перчаток. И давайте же посмотрим, кто у нас выиграл. 110 человек лайкнуло, 2 кто-то дизлайкнуло. Ну, ваше право, 110 комментариев, 110 лайков, в принципе, все подходит. Так, вот этот приз, перчатки Xiaomi, магазина GearBest. Поедут победителю. Что ж, Lisa on Air, рандомайзер. Кому же повезет. Вот 110 лайков, 110 комментариев. Все верно. Ну что ж, кто у нас счастливчик? Андрей Осипов. Так, проверим, подписан ли Андрей Осипов на канал Valendar Review. Сейчас. Много у него. Вот, да. Андрей Осипов, я вас поздравляю. Вы зимой будете ходить в теплых таких вот перчаточках. Свяжитесь со мной, и я уже расскажу, как мы оформим этот приз. Еще раз поздравляю, ну и следующий конкурс. Ребята, всем привет. Итак, у нас скоро будет Новый год, и поэтому я вот такой вот небольшой выездной, так сказать, конкурс хочу вам предложить. Снега, простите, нет, я так немножко под Деда Мороза закосил, ну, бороды нету, седой, красной шапки тоже нет, поэтому будет такая синяя. Что ж, в принципе, конкурс у нас будет совместно с магазином GearBest, это мой давний друг и партнер, и у нас будет целых 4 победителя, 3 приза, 4 победителя. Я сначала расскажу вам про призы. Первый, это будет такой вот фонарик комплект, наключник довольно интересный, это будет 2 победителя, потому что сейчас уже зима, но ночь быстро наступает, вечер, вернее, темно, и светить наключником довольно интересно. Вторая, все мы пользуемся компьютером, все мы пользуемся мышками, поэтому это будет вот такая вот составная геймерская мышь довольно интересная. И последняя, куда же нам без Xiaomi? Последняя, это будет мышка Xiaomi, то есть это будет уже третий приз для четвертого победителя. Все, что просто надо сделать. Раньше мы Деду Морозу рассказывали стишки, пели песни, ходили какие-то хороводы, водили хороводоводоведы. Но тоже надо будет сделать небольшие, несколько, так сказать, телодвижений. Первое, обязательно быть подписанным на мой канал Valendar Review. Второе, быть обязательно подписанным на канал GearBest, ссылочку я дам в описании. Третий, обязательно вступить в группу Valendar Review и GearBest, ссылочки тоже будут в описании. И это еще одно последнее условие, расшарить видео, ну то есть ваш пост в соцсетях, в ВК, чтобы другие могли тоже это видеть, и чтобы он у вас провисел на до 5 места 2 недели. Конкурс стартует вот сегодня, и 2 недели, через 2 недели я объявлю результат Random.org. И вы, пожалуйста, внизу в комментариях, все, кто хочет участвовать, пишите какое-то мне пожелание магазину, то есть Новый год, радость, веселье, и обязательно ссылочку на ваш профиль ВК, чтобы когда я буду выбирать победителей, чтобы я мог убедиться, что вы действительно выполнили эти условия. Такие вот неплохие призы, в принципе, на Новый год. Ну, на Новый год, я думаю, мы еще разыграем что-то к Рождеству и к Новому году. Это, так сказать, небольшая разминочка будет. То есть я приглашаю всех принять участие. Так, победителя прошлого конкурса я тоже поздравляю. И не забывайте про условия, не забывайте про лайки, задавайте какие-то свои вопросы, если вам интересно. Я всегда готов на них ответить. Ну и с наступающими уже можно смело поздравлять. Всем пока-пока.